В детских садах номер 8 и 14 дети смогут оздоровиться в соляных комнатах. Их отремонтировали этим летом. Стены в полезных кабинетах из сунтарской природной соли. Они заработают с 1 сентября. В оздоровительных классах есть удобные стулья, на стенах яркие красочные картинки из мультфильмов. В среднем дышать солью детям можно 30 минут в день. Процедура для воспитанников детских садов бесплатная. Дети здесь, конечно, будут прежде всего, посещая эту комнату, это все идет для того, чтобы у них развивались органы дыхания лучше и, конечно, профилактика простудных заболеваний.